Привет, друзья! Вы на канале «Русская дымка». Меня зовут Владислав Кислицын. И сегодня у меня обзор нашей новинки. Новинки образца лета 2020 года. Аппарат «Германия 3». Классика с сухопарником и холодильником. Давайте посмотрим, что в нем нового, особенного, интересного. Итак, куб. Кубы двух номиналов, 20-30 литров. Нашего производства, делаем мы их здесь в Кирове, работают на любых плитах. Из удобств: кран под ручкой, то есть удобно сливать, не нужно травмировать свое запястье, наклоняя бак. Удобные ручки бакелитовые, не обожжетесь, легко взять, легко поставить. В общем, все для удобства, безопасности, для эргономики. В кубе, в борту его есть порт для установки термометра. Термометр электронный, точный. Щуп находится внутри жидкости или паровой среды, смотря какой у вас уровень заполнения, и показывает максимально точную температуру за счет того, что нет никакой гильзы, которая создает инерцию и вносит неточность в показаниях. Далее, вот здесь у меня прежняя версия, и я хочу сравнить, что изменилось по самой колонне. Как видите, крепление идет на фланец с пятью барашками. Здесь же выполнено клапан. Клапан сброса избыточного давления. Заботимся о вашей безопасности. И из интересных вещей, в отличие от предыдущей версии, где царга устанавливалась по центру и имела высоту 10 сантиметров, здесь у нас царга имеет высоту 20 сантиметров, соответственно, вы можете поставить туда либо две медные насадки РПН, для того, чтобы облагораживать во время дистилляции ваш продукт. Если он ароматный, соответственно, медь будет захватывать, осаждать на себе неприятно пахнущие серные фракции. Или есть специальное решение для установки пирамидки сита вниз этой царги, ее тогда можно заполнить насадкой СПН, которая имеет большую площадь соприкосновения, большую активную площадь для взаимодействия с проходящим паром. Далее идет кламповое соединение, соответственно, это позволяет нам, в принципе, на этот куб поставить какую-то колонну, если вы перерастете уровень классики с дефлегматором, а также позволяет вам удобно в любую сторону повернуть аппарат, нашу Германию, с тем, чтобы все у вас стояло на столе, так как вам удобно, ничего не опрокидывалось. Например, если у вас куб 20, холодильник достаточно внушительный, вы можете развернуть таким образом, чтобы рычаг у вас проходил через геометрический центр куба, и тогда, даже если у вас будет невысокий уровень жидкости, аппарат не будет заваливаться, он будет более устойчив. Далее увеличили диаметр паровой трубки. Аппарат стал физически более крепким, и за счет увеличенного сечения увеличивается производительность аппарата, если у вас для этого достаточно мощности, которую вы подводите под аппарат. Сухопарник, кран слива. Резьбовая крышка сухопарника, силиконовая прокладка под этой крышкой. Соответственно, в сухопарник вы можете закладывать различные материалы для ароматизации самогона. И холодильник. В сравнении с предыдущей версией аппарата он стал больше объемом. И, что самое главное, увеличилась его рабочая длина. То есть там внутри находится трубка. Трубка длиной 1,5 метра, которая купается в охлаждающей жидкости. Соответственно, мы подводим охлаждающую жидкость, и через 1,5-метровый змеевик ваш продукт концентрируется. Холодильник достаточно мощный, вы сможете использовать достаточно хороший нагрев, сможете получать продукт на достаточно высокой скорости. Что хочу сказать, подводя итоги вот этого краткого обзора новой версии нашей Германии. Наверное, это на сегодня самый правильный, самый практичный, продуманный аппарат с сухопарником, который присутствует на рынке. Мы провели работу над ошибками и исправили все, что только можно, в соответствии с рекомендациями
нашего отдела контроля качества в соответствии с вашими пожеланиями и сторонникам исключительно ректификационных колонн. Хочу сказать, что аппарат с сухопарником до сих пор пользуется долгой и заслуженной популярностью. Их ищут, их спрашивают, поэтому для тех, кто хочет недорогой классический самогонный аппарат, чтобы наслаждаться правильным классическим самогоном в полном смысле этого слова. Именно для таких людей мы обновили этот аппарат и сейчас представляем его на ваш вкус, представляем вашему вниманию и, в общем-то, ручаемся за его качество, за его рабочие ходовые характеристики. Я действительно думаю, что среди аппаратов с сухопарником, имеющихся на рынке, это сейчас самое лучшее, самое основательное, правильное решение. Везде правильная сталь, везде многолетней практикой проверенные конструкторские решения. Так что присмотритесь, как водится. Ссылка на аппарат внизу под этим роликом. Как водится, вы можете воспользоваться промокодом VLAD для того, чтобы получить небольшую приятную скидку от меня лично, от канала YouTube «Русская дымка». Ну и как у нас заведено, цените натуральное.